Первый запуск квадроцикла. Утрешний. Проблема не исчезает у нас. Похолодало, мозги выносит, сволочь. У тебя, Юлечка, солнце под объектив. Вот, бликовать. Так, сегодня я не успеваю. Проводка вся, в принципе, по гаражу проведена. Все сделано. Осталось только подключиться и вывести. Тросик натянуть. По гаражу я все сделал. Здесь все сделал. Здесь было две розеточки. Над верстаком стоит тоже выключатель. И светильник над верстаком. Но это в плане еще доделки. Здесь-то все уже по гаражу. Больше ничего делать не надо. Нормальненько. Ну, как буду подключать, все это вам покажу. Так, Юлечка, идите сюда. Вот так, держите. Весь этот квадроцикл мне вынес мозги. Вчера было 3 градуса, у нас 4. Так тебя хуже видно. Снег, шмек, насос накачал. Приехали. Сегодня плюс 12 где-то у нас. Ну давай, сука, заводись. Весь мозг ты мне выкомбансировал. Все, со второго раза плюс 12. Сейчас прогреем и поедем. Вот так я его пропердиваю. Вроде начинает работать, а потом уже еду. А, седуху круто поставить. Сейчас, погоди. Когда один езжу, сетушку снимаю. Хрен еще поставишь ее толком. Все, рычаг опустили. Готово, Юлечка, выходи, выезжать буду. Получается, как необъезженная лошадь. Выезжать начинаешь, он дергается, сволочь. Блять, заебал ты меня уже, зла не хватает. Прогреется, все нормально. Ай, не знаю, сколько у меня терпения хватит. Будем, наверное, претензию все равно дилеру писать. Если до осени не исправят. Юль, подними чуть-чуть камеру, у тебя она немножко вниз смотрит. Если, в общем, не будут решать проблемы, нахер его сдавать буду. Ну что это не езда, ёкало, он и по утрам. Один нервяк. Ладно. Сегодня у нас, между прочим, на дело мы едем. Сейчас едем в чайку, бар попьем и приступим. Погнали, наверное. Я иду показать экологическую катастрофу. Ты чё, Руслан Иванович, тут шабашишь? Бабушкам помогаешь. Бабушкам помогаешь. Приехали на пожарище, Руслан Иванович. Привет. Тебе деревья не будешь валить? Нет. Мы приехали показать свалочку. Так, ладно, сейчас свалка там. Вся свалочка. Так, ну чё, пойдемте, пацаны. Кто указ дал под реку скидывать? Даже не знаю. Давай, давай, говори. Я не знаю. Ну че ты? Не знаю. В общем, Руслан Иванович сказал мне, кто дал указ, но сейчас на камеру стесняется. Всю свалку, здесь же водоохранная зона, да? Соответственно, все пожарище. Просили телегу у властей. Они сказали скидывать все под реку. Там у нас река идет. Ну, видим, да? Средств нету, техники нету, и сказали скидывать все на берег. Вон там речка у нас красавица бежит. Ну и, соответственно,
Сволочку сделали опять. Все, пожарище. Оттуда эти скидывают. Здесь раньше была, между прочим, помойка. Но в советские времена еще. В 90-х ее закрыли. Потому что речка поднималась, когда разливалась. Это все в реку ну, уходило, в общем. Стаскивало. Сейчас опять все это возобновилось. Ну что, Руслан Иванович, не так страшно? Река размывается и все унесет потом. Нам же к переходам, да. К переходам, но... Это ты пилишь все? Да. У вас только дров будет. Так это людям отдали, кому надо, только титан берет, такой титан есть. Ходит, пилит. Смотри, обратно все, быстро построились, да? Я только 5 построил. 5 штук? Да. Мы сейчас на дело поедем. Сейчас чайку заедем, попьем, тоже поедем. Далеко ли на дело поедете? О, за Крымыш далеко туда, к Вечевшине. Черешесово или? Черешесово, ну. А-а-а. Мы да, в лес потом уйдем, и я хочу у Курбаше еще выехать там. А-а-а. Петлю такую здоровую сделать. Тачечку возьму, там у меня металл, барану целую нашел, ну, тоже заберу я. По-любому проедешь. Ну да, в принципе, если не украли. Вот такие дела, ребята. Все под берег. Все под берег. Изобразим. А мы едем дальше. Привет. Саша Великан. У меня день рождения сегодня, ребята. Поздравляйте. Сегодня какое число? 20. 20 мая. Саша Великан, с днем рождения. Спасибо. О. Оп. Подарочек. Не смотри. Ой, бля, Серега. Че под ноги-то? Люди говорят, ты этот матершинник интересный. Много материшься в кадре. Я? Матершинник. А тут по неволе заматеришься. Все, Сережу кормить пойдем. Или не? Там это, Димас, не посмотрел никакая мобила у тебя? У меня нету никаких, нигде не продается. В Китае только если заказывать. Или в город ехать. Сережа, как жизнь? Есть и хочешь? Хочет, конечно, он давно жарил. У него колбаса здесь. Что, пойдем ему колбасы возьмем? Сережа, за мной. Идем кормить Сережу. 20 лет его не кормили, хотя вчера ему колбасы покупал. Все. Сережа у нас кот шуганный, всех боится. Юлечка особенно. Не боится? Она идет сзади у него, потому что... Сережа, не бойся, пошли. Сосисочку. Это у нас бложик тогда такой маленький. Вот, перед выездом основным мы сейчас уезжаем. Как проводку в гараже буду делать, я не знаю, снимем, наверное, не снимем. Но покажу все равно, как сделал это все. Схему вставлю. Может, сейчас даже покажу, по какой схеме я это подключил. И всем. Оставь Сережу, нельзя на руках его, не любит. Это же не ручной кот. Че, его кормили, там, между прочим, колбасы еще оставляла ему вчера. Если Андрюха, то ему дал, наверное. Сережа, тебе сосисочку или колбасы? Или того и другого? А? Рыбу ему надо взять, у нас нету свежей, замороженную не будет есть. Тоже, наверное, бы поел. Все, сиди тут, сейчас мы. Я там приезжаю, он тут сидит, не знаю. Откуда он тут взялся? Сейчас не купим. Взяли Сережа две сосисочки. Ну а что ты? Как жизнь? Сосисочная. Смотрю, уже сосиска, как сосиска. С утра поел где-то. Пошли давай. Че, ему здесь дадим или где? Мы, наверное, одну сосиску ему здесь дадим, а вторую не знаю. На, подержи. Возьмем с собой. Вторую с собой. Дождик начинается, да? Дождик сегодня обещали. У нас холодно стоит. И ездим по зимнику. Зимняя одежда у нас. Сейчас еще этот жилет с подогревом надену. Блин, дождь тут пошел. Что-то воняет кислым. Да? Но
У них холодильник, походу, плохо работает. Теплые сосиски. Не охлаждают нифига. А тебя, ну, как Сережа? Смотри, он как любит сосисочки. Угу. Пойди обе ему отдадим сразу. Так, она потом. Он проглотить-то все может. А потом что, снова может, будет а там потом ему не дадут и все. Думаешь, сами съедят? Нет, они забывают. Я прихожу, колбаса может там 2 дня в холодильнике лежать, никто не кормит его. Ешь давай, вторую сейчас тебе дадим. В принципе, он тогда же много у нас съел, да? Ну да, он съедал 2 сосиски. Палки колбасы. Сейчас подождем, наверное, вторую ему дадим сосисок. Давай не будем этого давать. На потом оставим. Думаешь? Да. На потом, не знаю. Он и так кругленький. Видно, что ел. Ну ладно, пошли тогда. Вторую сосиску мы решили внутри отдать. Он даже это не доедает. Доедай давай. Все. Готово. Вторую сосиску он будет без аппетита, пускай ест. Все, пойдем мы чайку попьем. О, дождина еще переждем. Какие-то облачка. Сегодня, наверное, тоже под дождь несколько раз попадем, поговорим. Да. У меня есть они? Между прочим, в квадроцикле лежит. А второй у меня есть костюм. Водонепроницаемый. Все, дождь начал. Конкретный дождь. Там, между прочим, мы выезжали когда со сарая, там еще одна свалочка, я не заметил, а Юлька не сняла ее. Потом покажу. Там у ямы эти дачи. Яма, говорю. Яма — это овощная яма, где овощи хранят. Продавца нету. 10 минут уже стоим. Куда-то отлучился. Так, никто тебе не разрешит окно открыть, Юль. Что ты как маленькая? Никого нету, ну. Продавец пришел. Подписчики, пользователи, передай привет. Всем привет. Смотри себя на лайв-канале. Сейчас мы чайку возьмем, попьем. Это года 2 назад было? Да. Набился. Сначала тут до него доколебался, блин. Потом он ушел в магазин, я там пошел, вот остался. Ты этот не выдержал. Вышел, как надавал мне только. Я лежал. Час, наверное, я лежал там. Отдыхал. Вот заколебал такой. Я в магазин ушел, сначала продуктовый. А он за мной ходит. Ну че, давай, поборемся. Че ты там фразу такую говоришь? Я ушел в хозяйство, но меня из хозяйства вытаскивает. Я думаю, все, Саша, достал ты меня. Я в магазине не стал его бить. Вышли, я говорю, ну держи. Комарил меня, блин. Я просыпаюсь, морда в крови, блин. Я говорила, иди проверь, живой ли. На животе, главное, лежу. Вот так Саша отметил когда-то день рождения, 2 года назад. Сегодня не пей, а то тебя опять кто-нибудь поздравит. Нету мне на чем пить. Все плохо. Валера, передай привет электрикам кумёнским. Ой, я счетчик поменял. Счетчик поменял. Конфеты, Саша, бери. Днем рождения тебе. Спасибо, только я их не ем. Зрители тоже тебя поздравят с днем рождения. Спасибо. Сидим, чай пьем. Гоняем. У нас тут велосипеды с корзинками. Между прочим, у тебя тоже велосипеды есть, что не ездишь? Скоро начнется сезон и буду ездить. Понятно. Сезон велосипедистов. Расскажи историю пацанам. А какую? Я на тему покинь. Как вас ОМОН за терроризм принял? А, да это да. Били вас. Били жестко. Да это знаешь, какой год это был? Какой? 89-й. 89-й? У нас в газете писали, в труде. Последняя колонка. Труд была газета и последняя колонка. Коп. Станция «Игра» такая есть под Ижевском. И нас там принимают, блин, жестко. За терроризм? Да, там у нас 2 придурка. Мы у одного спортсмена в Кирове отобрали секундомер. Они давай по паровозу шарахаться. 2 дружка у меня. А мы с Лепасом спим. И тут стоим в игре, там 2 минуты должен поезд стоять. Стоим 40 минут. Они приезжают, через 40 минут нас брать. Нам уже... Они сказали, через 5 минут поезд взорвем и секундомером проводницы перед глазом. Первые террористы в стране, блин. Прославились, блин. Суд был, все. Че, вас сняли с поезда?
Сняли, конечно. Били. Били жестко. Били жестко. Били. Все наручниками друг к другу приковали. Думаю, как гирлянда. И они нас молотят в это время. Где бомба, да? Где бомба, да. А у нас мы с богатством возвращаемся. Там кого-то мафон отобрали, там флагов наснимали на 1 мая мы ездили. Флагов этих коммунистических. Мы такие с лепасом чишем, за что? За что нас бьют-то, блин? О, блин, потом выясняется. Так судили, кто секундомером щелкал? 2 года условно дали. Тогда еще сроки маленькие были. Когда смешно это было. Че, 89-й год, че? 89-й год, Саша первый террорист в стране. Познакомьтесь. В общем, планы пока откладываются на поездку. Смотрите, нам туча какая идет. Я, походу, влупит. Ну ладно, пока дождь сейчас проходит у нас, я, наверное, этот ролик быстренько, Саня, смонтирую, как ты террористом был в 90-е. 89. Ну это 90-е же. Начало 90-х. Нету 90-х. И мы поедем к обеду, тогда выедем. Или даже 88-й это был год. Ладно, всем пока, Юлечка, возвращайся. Сегодня короткий бложик такой, непредвиденный. А мы поедем сейчас в экспедицию. Увидимся.